Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в Space Engineers. Прошу простить меня за то, что не выпускал серии несколько этих дней. В связи с тем, что была у друга свадьба, и сами понимаете, свадьба — это дело такое, что затягивается несколько дней как раз таки. В общем, мы продолжаем выживание на Луне. В прошлой серии мы заработали не то, что просто миллион, а уже 3 миллиона. Сдали золото на выполнение задания. Так, и теперь нужно мне в этой серии, добраться все-таки до базы, до постройки базы. Ну, как я и говорил, нам сначала нужно построить резак, распилить тот пиратский корабль, и из этих деталей мы уже будем делать базу. Примерно я прикинул, как она будет выглядеть, но я не знаю, как это вам сейчас рассказать, показать. Но будет, наверное, надеюсь, прикольно. Я, может быть, уже подумал, что говорил. Здесь будет у меня застекление, и вся из базы уходить под эту скалу. Так, ну, что с этими кораблями делать, я даже не знаю. Это просто жесть. Короче, просто-напросто мы тоже на базе построим мясорубку. Я же тоже так говорил. И из этой мясорубки, в эту мясорубку мы пустим все эти вот, вот это существо. И вот это вот. Вот оно, вот он, припаркован здесь. Ну, а на этом, друге, мы, наверное, сейчас полетим. А, нет, нам нужен резак, резак. Для резака нужны большие конвейеры. Здесь маленькие. В общем, как-то так. Да, прошло уже несколько серий, а постройка базы так и не осуществлялась. Ну, в связи с тем, что, говорю, ресурсов... Трудно очень начать выживание на Луне, ресурсов очень мало. Особенно борьба тут идет за, это, за выживание... с электроэнергией. Я думаю, кстати, мы можем уже полноценно на базе построить ядерный реактор. Спилим нафиг этот водородный генератор. Как-то так, текстурочка, ты здесь вообще не к месту. Поставлю маленький реактор. Я думаю, пока что он будет справляться с базой полноценно. Так понимаю, нам даже солнечные панели эти нафиг не нужны будут. И знаете что? А давайте-ка просто прикинем, хватит ли мне ресурсов для постройки реактора маленького на базу. Так, это же большой, да? Щелк. Не хватает компонент реактора, 56 штук, и компьютеров. Компьютерная беда, а компонент реактора серебро нужно, да? Ну давайте. Все равно это мы все это дело будем безобразие переносить туда, вглубь скалы, вглубь базы. Пока давайте временно поставим реактор, наверное, вот сюда. Так, цвет такой же давай. А, у тебя два отверстия, да? Так, может где-нибудь внизу поставить, чтобы мы могли как-то загружать, ходить. Так. Давай вот так. И повернись вот так, да? Все, отлично. Вот я не помню, сколько там серебра у меня на базе. Сейчас давайте посмотрим, может быть, даже сможем скрафтить. О, у нас еще лед есть, на всякий случай, если еще генератор тогда включим водородный. Уранчик, да, блин, я совсем забыл за то, что уран же будет искать. Ладно, компонент реактора: гравий, железо, серебро. Ну, не знаю, давайте штук 100 начислим. Сколько нам серебра надо будет? 0,5 и 3,5 доступно. Ну, короче, все нормально, думаю. Хотя... Нифига, нормально. У нас 3 сейчас закончится. Компонент реактора. У нас доступно всего 2,5, 3. Доступно 3, что я ничего не пойму. Где-то у нас серебро. Слитки. Серебро. 3,5, 3. 115. А, это золото. 404. А, да, должно хватить. Вот, можно не переживать. И что там с компьютерами-то? Давайте тоже компьютеров штук 100 сделаем. Все, сейчас, думаю, все это безобразие достроится. Нажмись, так. Где компоненты? Так, и думаю, этого пока что хватит. Что я построил? Точнее, что я взял? А, нет, не сюда я взял вообще. Еще тут золото делает. Золото мы сейчас перекинем. Очистим.
Очиститель, очиститель. Сюда вот. Золотишко у нас бесценное. Где у нас компонент реактора? 62 штуки. Как раз сколько штук и надо, нужно было. Да. Ну и компьютер тоже надо будет штук 25. Аптечка. А чё она у меня... Кстати, как раз таки сейчас ее возьмем, аптечку с собой. Внешний аккумулятор возьмем. Хотя, в принципе, зачем, если на корабле полетим? Так, компьютер. Ну, 25 штучек. Ну что ж, реактор у нас заработал. Да? Да, но если горит таким цветом, да, значит заработал, по-любому. Уранчик весь переползает сюда. Можно, в принципе, теперь с уверенностью распилить наш водородный генератор. Нафиг не нужен. Ну и все, тогда строим. Слушайте, у нас даже серебра хватит на постройку. Сейчас батареечки быстренько зарядятся. Да? 8. Ну, конечно, реактор стоит же. Нам серебра даже хватит на постройку ионных ускорителей. Хотя у нас их, в принципе, до хрена. Мы же будем строить маленький корабль, это резак. Хотя, о чем это я? А, нет, да, все-таки я буду строить что-то наподобие вот такого корабля. То есть будет гибрид у меня водородников и иоников. В общем, как-то так. Так, ну что ж, давайте где-то здесь начинать, чтобы я не бегал. Ну и давайте приступать. Нам потребуется, как всегда, шасси. Так, самое главное, шасси. Так, потом... Кабина, блин. Вот не знаю, промышленный или, блин, какой-нибудь такой, что ли, поставить. Я вот не помню, где здесь у нас находится отверстие большое. Под конвейер. Ну-ка, сейчас шестерочка. Внизу, отлично, значит, его выбираем. Так, что нам еще нужно будет? Блоки есть, кабина есть. Конвейеры большие. Да, как раз таки нам большие конвейеры нужны. Реактор. Блин, у нас совсем мало водородика. И батарея. Батарея точно. Чтоб потихоньку она уже заряжалась. Пока что сюда закинем. Ну все, в принципе, начинаем приступать. Приступаем начинать. Ой, я взял для больших, да, шасси? Ну, ничего страшного. Цвета, как у нас будет добытчик? То есть резак, какой гламурненький. Такой ярко-синий. Блин, а почему бы и да? Еще будет блестящим. Наверное. Так. Давай ты... да, станешь правильно. Вот так вот. Ой, слушай, надо уже инструменты потихоньку мне обновить. Ну-ка, раз будем строить базу. Ой, золотой какой, а. Красавец прям. Как раз будем строить базу и... Нам тогда инструменты и обновим. Забыл самое главное. Генератор кислорода. Генератор кислорода. Давай сюда. Можем даже вместо ноги. Так, маленький мне нужен. Так, готово. Блин, я же сказал маленький. Че он опять большой превратился? Так. Шлепнем его вот сюда. Вот так. Вот золотой резак. Ногу, наверное, неправильно поставил я. Хотя, в принципе, я еще ему... Ладно, в принципе, с ногой. Так, кокпит. Взяли. Ты нас будешь смотреть сюда. Готова кабиночка. Все, она у нас сейчас будет запитываться. О, как раз, смотрите, сюда у нас отлично станет батарейка. Ну, восьмерочка батарейка у нас... Как будто тут ее место. Так, повернись только как следует. Вот так вот. Готово. Отлично. Что ж. Как же у нас там дальше пойдет? Дела пойдут. Вот я не знаю. Тут же мы один контейнер поставили. На буре. В принципе, тут одного и хватает. А тут, наверное, давайте
Может, два контейнера зарядим? Так, во-первых, давайте ставим реактор. Блин, хотя бы два обязательно, конечно. Ну, пока, ладно, пойдет и один. Куда тебя воткнуть? Надеюсь, одного хватит. Хотя нагрузочка, конечно, будет. Так, руда у нас придается по маленьким, да, конвейерам. Так что все нормально. Не руда, а слитки. Слитки. Сейчас проверим. Дайте-ка немножко урана я возьму. Блин, хотя бы килограмм. Килограмм. Так. Да, перемещается нормально. Так, и сколько у нас тут будет батареечка заряжаться? 1 час. Блин, ну понятно, конечно, большая батарейка, маленький реактор, тем более у нас всего 1 килограмм урана. Нормально. Что нам дальше? Так, ну гироскопы потом. Давайте определимся насчет резака. Куда его воткнуть? 2 штуки резака. Так, на 5-ку резак у нас будет. 1, 2. Надо как-нибудь так распружить, чтобы я его видел с кабины еще. Если вот так вот, например. Блин, не люблю, когда вот так все располагается. Как я сразу это не заметил. Резак. Давай ты повернешься как следует, вот так. Вот. И поближе чуть сюда, вперед. Во, отлично. Готово. Так, главное, спереди больше ничего не будем громоздить. Что, может, движки, конечно. Чтобы порезка не мешалась нам. Ну, видно, но, блин, далековато. Мне кажется, надо чуть-чуть продвинуть вперед. Все это безобразие. Так, давайте тогда сделаем вот что. Конвейер маленький. Поставим его. Отлично, отлично. Наверное, вот сюда. И сюда. И на него поставим как раз таки 2 резака. Вот. И будем, можно сюда даже воткнуть большую там, его на ускоритель может. Блин, опять-то не так стало, а? Твою мать. Вот так. Готово. Ну, блин, в принципе пойдет, нормально. Так, ну, а вот насчет водородных движков, тут мы, наверное, ни хрена их не воткнем, ибо некуда. Можно было один сюда, но тут уже сидит у нас реактор, поэтому пускай и дальше сидит. Можно... Нет, нет, нельзя. Нет, тогда лучше. Что нам нужно для... Какой нам вот лучший движок сейчас поставить для... Ну, там, большие ускорители куда поставим? Мне кажется, лучше поставить сейчас на взлет большие движки и на ускорение. Для маневров и торможения, мне кажется, это нафиг не надо. Поэтому ставим сейчас сюда дальше 2 контейнера. Контейнер малый, средний. Жаль, батареечку не видно будет. Так, вот таким вот образом. Главное, чтобы большие отверстия, да, все нормально. Вот так.
И вот... Подождите-ка, сейчас, секундочку, блин. Это что, будет он на водородике? Куда же я буду водород лепить? Нет, все-таки он, блин, будет у нас... Даже не знаю, друзья, что делать. Ладно. Так. В контейнере есть отверстие. Маленький конвейер. Вот. Поставим вот так. Так. Тут не помню, поэтому сейчас пилю и заново поставлю. Здесь то же самое. Ой, ну, сзади, в принципе, можно сейчас вот поставить сюда конвейер. Сюда... конвейерную линию и дальше приконектить присоску. Ну блин, а куда мне ставить бак водородный? Ох, текстурочка неправильная тут нарисовалась опять. Так, водородный бак, давайте-ка сейчас вот так. Куда тебе это воткнуть, дружище? Подождите-ка, а лед у нас что, тоже только по большим конвейерам перемещается? Я вот это что-то не могу сейчас вспомнить. Что, ты у нас тут вообще никуда не умещаешься. Охренеть. Ну так ты будешь мешаться. Блин, охренеть, придется нам сделать какой-то длинный корабль, я так понимаю. Я думал, у нас это тут сверху станет, а он нифигашечки. Так. Блин, вот честно не помню, лед перемещается по маленьким конвейерам. Предположим, нет, у нас кабина соединена. Уже не помню, ну как кокпит промышленный. Так, вот. Перед. Только наверху шляпа. Большой конвейер. Ну, друзья, честно не помню. Вообще не помню, как у нас лед перемещается по конвейерной линии. Ну-ка. Тон. Ага, 5. Взяли 5, конечно. В принципе, там можно сейчас уже... Не, почему? В принципе, можно. Сейчас как раз-таки проверим. Лед у нас пойдет по маленькой конвейерной линии как раз в генератор. Да, все нормально перемещается. То есть, что мы сейчас делаем? Короче, у меня получилось нечто вот такое. Больше по-другому никак я не придумал. Давайте что-нибудь все-таки разнообразие мои корабли, потому что всегда у меня какие-то однотипные не получается. Вот. Поставил 2 водородных бака. Вот. Пустил по конвейерам от генератора кислорода водорода. Конвейеры, короче. И уже потихоньку у нас эти баки заполняются. Офигеть, у нас уже батарейка зарядилась. Можем еще вторую ставить, да? Ну да, нифига себе. Да, прям замечательно. Слушайте, а можешь поставить? Или ладно, потом прибережем запасы. Так, ну что там, наполняется наши баки? Что так медленно? Блин, прикольно, золотой корабль будет у нас резак. Куда движки пилить, я понятия пока не имею. Так, ну дальше я, в принципе, воплощу то, что хотел воплотить. То есть мы берем вот этот конвейер. Так, маленькое отверстие у нас пускай наверху остается, да. Так, нет, вот мы сделаем, наверное, вот так. Даже вот так. Щелк. Щелк. Ну, встаньте между друг... Да, вот так вот. Где эти? Ага, вот так. Слушай, ну прям замечательно. Как раз тут присосочка у нас станет. А вот. Куда хранить движки или пить, это вообще остается только загадкой.
Ну, давайте, ладно, уже коннектор, так коннектор. Воткнем. Так, баки, вы-то чего вообще не наполняетесь? Я понимаю, что персонаж много льда, ну все-таки, может. 5, то есть сколько там, 9 тонн закинул. Вообще 0. Ну что за фигня? Куда-то уходит. Подождите, ну-ка, водородные баки. Не, потихоньку заполняется. Это, конечно, просто долго ждать нам, ну ничего. А что, кстати, с батареей? Батарея. 2 часа уже. Да, на таком корабле он по-любому может ставить еще один реактор. Вот, знаете, идеально бы они сюда нарастали. Или тут не получится никак. Ну-ка, сейчас. Нет, туда не станет. К сожалению, водородные баки мешают. Ну, ничего страшного. Осталось нам расположить гироскопы. Штучечки две. И тогда уже думать о движках. Так, куда бы так, чтобы не мешались они? На карьер. А, ну можем, кстати, вот так поставить. Не знаю, правильно это расположение их или нет, ну. В принципе. Что-то мне так подсказывает, что без разницы, как их располагать. Может, хоть вверх ногами, хоть задом наперед или еще как-нибудь. Так, мне вот надо следить за уровнем льда. Давайте еще возьмем с собой. Так, я смогу передать его? Смогу. Хорошо, наполняйся, водородные баки. Наполняйтесь, точнее. У вас теперь 2. Ну что ж, как мы будем располагать движки? На приземление я уже вижу. Вверху много конвейеров. На ускорение. Вообще даже в мыслях не укладывается пока что. И на поддержание высоты. Блин, ну везет, что сейчас у нас гравитация такая. 0.25 в космосе, вообще она нулевая. Так что можно особо не запарить, ну, не париться с движками. Ну вот у меня все-таки такая маленькая идея есть. Поставить сзади один большой ионный ускоритель и все. Тут сколько стоит? 2, да? Просто 2 и все. Ну, блин, это что, нам просто побольше энергии тогда иметь. Ну-ка, ладно, давайте добавим к себе ионный ускоритель сюда и водородный. В принципе-то можно и 2. Вот один сюда поставить, а другой туда. Или один все-таки. Сюда. А другой внизу нет, не влезет. Блин, можно, конечно, попробовать на одном ионном ускорителе. Сейчас попытаемся это сделать. Не знаю, что из этого получится, конечно. Так, только для маленького корабля. О, отлично. Наверное, все-таки вот так и буду располагать. Готово. Так. Что ж у нас баки-то не заполняется? Точнее, заполняется только очень медленно. Блин, да по сути корабль готов. Ну, блин, ну мы не можем полететь пока. Пока не поставим на него движки. Ладно, давайте хотя бы несколько водородиков откнем, чтобы мы хотели поднять его в воздух. Точнее, в этот. Короче, взлететь, чтобы могли внизу поставить нормальные движки. Так, ну по бокам можно сюда воткнуть. Раз,
Ну, наверное. Два. И три. Раз. Два. Три. Горишь? Горишь. Водород есть. Отлично. Ну, тут грех не гореть вообще. Все нормально. Тоже сам. Ой, не допилил немножко. Точнее, не доварил. Есть. Есть. Так, на маневры есть. Давайте на на приземление. Ну, тут, в принципе, можно вообще штуки два где-то поставить. Раз. Хотя нет, подождите-ка. Уберись отсюда. Блин, даже не знаю, друзья, как замутить. Есть идея, может поставить... А, нет. У нас конверт чуть ниже. Тогда можно сделать вот что. Поставить сюда мало конвейер. Даже два. И с другой стороны то же самое. Это у нас будет на торможение. Раз. А, у нас даже будет 4 торможения. Ну, замечательно. То есть за торможение можно пока что забыть. Я хотел ионики еще воткнуть, но я думаю, не стоит. Короче, будем тестировать и проверять, как он будет маневрировать. Готово. Торможение тоже у нас готово. Маневры есть. Посадка нету. Кстати, посадочка сейчас займемся. Думаю, 2 штуки хватит нам. Если что, можно... А, уже нельзя. Ну ладно, 2 штуки, думаю, хватит. Можно сюда еще конвейер воткнуть и... Третий будет у нас водородный ускоритель. Ну, осталось самое главное. Мы-то, в принципе, уже можем взлететь, но... Но-но-но-но-но. Мы сейчас летим и улетим нафиг. Поэтому... А, нет, мы не взлетим. Как же мы взлетим, если у нас даже нет движков внизу? Так. Блин, вообще... Не, в принципе, и вижу, куда воткнуть, но... Как нам туда добраться? Просто нам тут, наверное, небольшой туннель прорыть. Так, так, так. Вот здесь можно, да? Пока что хотя бы один... Ой, сколько тут места, вон еще. Ой, слушай, друзья, у нас нормально тут. Все у нас хорошо. Так, один сюда. Так. Опять глюки со звуком. Один можно вон туда. Пока что 2. Ну, и можно вот по бокам еще 2. И будет вообще замечательно. Просто, я думаю, шикарно. И получается у нас будет, считай, не гибридный. У нас только, получается, сзади ионик стоит. Нормально. Набрали компоненты. Ой, уже. Сейчас, секундочку. Поставлю 2 движка и пойдем подзарядимся. Ну давай. Итого у нас 1, 2, 3, 4. Ну что ж, пора испытать наш долбанный кораблик, резак. Давайте залазим. Ничего не забыл, точно. Так, гироскопы есть, питание есть, движки есть. В принципе, ну контейнер есть, ну все есть. Самое главное, правильно, чтобы у нас все было.
все, что мы пилим, пойдет по большим конвейерам. О, да-да-да. Интересно, через водородные баки будет проходить все? Это вот, кстати, понятно немного. Но мы сейчас испытаем на кому-нибудь из корабликов, даже на том можно испытать. Вот, все. Скрестили пальцы и можно, в принципе, садиться. Так, отлично, у нас заполнились все запасы. Водорода 24% у нас, да? Масса постепенно падает, у нас еще нормально со льдом. Ладно, заполняйся потихонечку. Ну что, отстыкуемся. Слушай, мне кажется, там кораблю больше ничего не надо. Взлетает он очень шустро. Дальше. Фонари мы забыли. Как разгончик у нас. Ну, друзья, мне кажется, думаю, этого вполне должно хватить. Так, и давайте самое главное. Как он пилит. Так, что, 11 минут? А, ну да, у нас же большой этот стоит. Все-таки надо для постраховки поставить на ускорение еще водородники. Потому что 11 минут, пишет заряда у меня, и нагрузка 56% на ускорение. Ну, не очень хорошо. Ладно, пилим. Да, попилили, конечно же. Все, наша капсула возрождения ушла. Я что-то, друзья, вошел во вкус, и мне аж перезахотел весь его распилить. Что-то так аж понравилось. Так, так, стой. Ну, ладно. Да главное, никуда не улетай. Ладно, 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 все. Итак, получается у нас сейчас, да, в контейнер переместились предметы все. Так, ну, уйди ты от меня, пожалуйста. Давайте-ка мы тут встанем сейчас. Все, пропарковались, мне нифига. Теперь пропарковались. Хорошо. Так, и давайте попробуем коннектор. Все, через водородные баки что же, то, что у нас проходит. Так. Допустим, стальная пластина. Да, все нормально, все работает, все зашибись. То есть нормально. Рабочий у нас резак полностью. В принципе, сейчас давайте подумаем, как нам расположить. Что думать-то? Давайте вот это распилим. Здесь поставим тогда конвейеры маленькие и на них расположим несколько движков. 4 этих и движки. 1, 2, 3, 4. И, в принципе, можно отправляться пилить. Что случилось? И он его ускоритель поджарил. Да, дизайн тот себе еще. Ну, зато радует цвет корабля. Золотистый. Ну, теперь он, конечно, будет у нас ускоряться по-бешеному. Я думал, мыши бегают, это черное пятно пробежало. Все, теперь 100 пудов полноценно могу сказать, что у нас есть, блин, как близко к коннектору расположен. Не, давайте мы сейчас чуть-чуть переделаем. Фу, блин, я и забыл, ты твою мать, что тут вся трихомудия на нем-то держалась. Сейчас мы вот что сделаем, чуть-чуть удлиним эту... Для этого мы выберем, я не знаю, как это что называется, рамка конвейера. Вот, я думаю, штучки две даже поставим ее. Ой, раз,
Вот, и теперь можно ставить коннектор. Ну, все. Возвращаем все как было. Не забыть за нижний движок еще. Все, хватит сидеть, можно, в принципе, отправляться. Все. Да. Я себя убью. Ладно, не обращаем внимания, я после свадьбы, это мне простительно. Поэтому все, летим. Выбираем этот сигнал, Mayday. А, кстати, насчет водорода, давайте еще подложим его, потому что все-таки... Все-таки. Ну что ты, не лети, родной. Так, все это выложим. И берем лед. Еще 10 тонн закинем, пускай будут. Все, 24 тонн льда. Можно и отправляться. Докинемся и улетаем. О, теперь он еще больше разгоняется, сильнее и мощнее. Так, где у нас... Фонари забыл добавить, твою сто мать, а. В принципе, это можно было и там сделать, но я все-таки хочу здесь. Так, прожектор. Куда бы их воткнуть? Не знаю, может вот так и все. И одного тут по идее хватит, или лучше все-таки вот так расположить их. Давайте, наверное, вот так. Так будет правильней. Горишь, горишь. Все, ну теперь точно могу сказать, и улетаем. Так, где у нас маячок Mayday? 44 километра. Ой, короче, взлетаем. Слушайте, я даже... может, все-таки спилим маяоник? Ну, если честно, тут вообще нет места. Просто у нас разряжает наши батареечки, мне это нафиг не надо. Вот. Поэтому давайте, наверное, полетим без него. Что пишет? О, ну нормально, теперь на 1 часов зарядки хватит. 32% водорода, ну зашибись. Взлетаем и летим на Mayday. Ну все, друзья, мы припарковаемся уже, подлетели. Как раз таки мы можем сейчас, ну, заняться распилкой и затем... вот эти все компоненты, которые мы распилим с этого пиратского корабля, и перепилим наш резак на сварчик и спаяем себе новую баску. Точнее, ну начнем, по крайней мере, паять себе. Так, ну что тут? Нам нужно включить свет. Вот он, наш кораблик. Сейчас начнем мы его пилять. Да, дело это, конечно... Значит, что, наверное, я сразу резак выберу в группы. Где резак? Раз, два. Чтобы у меня постоянно кнопку мышки не жала, я просто возьму ее, добавлю постоянно включенный, выключенный резак. Переключить блок, выключить. Включайся. И все. Можно даже, знаете, что сделать? Свет выключить. Нет, включить. Так, у нас нулевая гравитация. Немножко разгонимся и выключим гасители. Или это будет очень... Нет, медленнее. Вот. Интересно, прокатит ли это?
Я просто не знаю, с какой скоростью он пилит, там какой-то еще медленнее. Ой, мы теперь вниз, назад точнее. Сейчас давайте посмотрим. В принципе, пока нормально. Нет, 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 нет. Ладно, не будем включать гаситель, пока сами будем пилить. Так уж и быть. Заодно посмотрим, что тут за пиратский корабль. Блин, мне кто-то писал, что лучше бы я его восстановил, но, блин, это вообще нереально. Во-первых, откуда мне столько ресурсов, чтобы восстановить? Тут-то в основном все движки-то спиленные были, поломанные. И скорее всего, он опять-таки врос в астероид. Это нафиг надо. И вот я кое-что еще забыл. У нас, оказывается, капсула возрождения, это единственный был у нас маячок, а я успилил. Ну, у нас пишет последняя известная локация, так что, слава богу, мы знаем, куда идти домой. Да, в принципе, мы бы и так нашли. У нас есть там метки, там серебро, золото. Золото вообще возле базы мне находится. Место рождения. Так что в любом случае, если бы дома. Ну, прилетим домой, мы поставим, конечно же, антенну. Да, вот этот процесс, наверное... О, нифига, мы уже 72 тонны весим. Ого. Так, что-то у нас по конвейерам. 5. Второй где? А, вот он. 5, 7. Ну ладно, пилим потихонечку. Блоки нам остальных тоже нужны. Но больше сейчас нужно, нам... как его называют? Стекло, вот, бронированное. Потому что я сейчас буду засекать базы в основном. Чтобы все было красиво, обзорчик был красивенький. Поэтому нам уже бронировано стекло, есть балки. На этом корабле я стекла в основном почти не видел. Офигеть, уже почти 100 тонн. Благо, что это космос. Пластина улетела. И у нас как бы масса особого значения не имеет. Ну, ну как, имеет, но не так сильно, как на планете. Там с гравитацией, там еще чем-нибудь. На Луне тоже немножко рад гравитация, так что нормально. Так, нам еще где-то как минимум 50 метров пилить корабль, а мы даже... А мы уже почти наполнили свои контейнеры, да? Ну, почти. Почти наполнили. Офигеть, тут надо несколько колес сделать. Ну, пока одного, мне кажется, хватит. Как тут все пусто. Неужели-то я тут все попилил? Трубы вон валяются. Блин, интересно, мы дойдем хотя бы до конца корабля, до носа корабля. Так, отлично, у нас тут маячок. Так, а я спилил ли компонент гравитационного генератора, где там очень много полезных и очень нужных ресурсов? Так, сейчас, наверное, что там у нас по массе, да, по забитости конвейеров, контейнеров точнее, твою мать. Блин, мне кажется, я распилил все-таки, да, иначе бы у нас... Да-да-да, вспомнил, что распилил. Так, точно, стопудово. Так, 160 тонн, нифига себе. Конвейеры уже практически у нас подзабиты. Ну, мы, в принципе, уже подошли к носу корабля. Ведь неужели будет 200 тонн? Ну да, мы уже у носа. Двести тонн, офигеть. Так, ну-ка, сейчас развернемся аккуратненько. Ничего не зацепив. Офигеть, мы действительно вообще даже... Я не знаю, что там за красненькая точка. Наверное, скорее всего, таймер. Что, как дела у нас? Один контейнер почти забит, второй немножко... Пошло уже добро в коннектор сыпаться. И
Вот этот врезак еще у нас влезет, так что нормально. Пилим дальше, пока место есть еще. Давайте чуть-чуть ниже теперь пойдем. Да это, блин, и все из-за этих долбанных стальных пластин. Они, блин, весят, как ё-моё. Тем более здесь тяжелая броня. Помимо стальных пластин у нас еще компонент решетки, поэтому... Ой-ой-ой. Слушайте, мы можем, кстати, попутно полететь, может, какое-то задание там выполнить, точнее, взять. И выполнить там, может, надо пластины где-то это найти. И компонент решетки. Почти 250 тонн. Я так никогда, наверное, еще не загружал корабль. Летим дальше. Слушайте, мы походу застряли. Да, точно. Шасси. Припарковались, так сказать. Нормально, в рюкзаках еще место есть, так что... Так, вот это что у нас? Уже ничего. процентов водорода, ну нормально. Так, что меня останавливает, не пойму. Давай, пили, пили. Все, друзья, почти 400 тонн корабль у нас подзабит. Пока что еще маневрирует он более-менее. Итак, кокпит даже почти заполняется. Резак у нас практически заполнен. Ну, не заполнен-то. О, как раз-таки, отлично, бронированное стекло. Это нам нужно, нужно. Ну, не знаю, даже можно ли сказать, что тут пол корабля я разобрал. О, он уже... плохо совсем рулит. Я думаю, может, пока на этом остановиться. Кстати, нашел там два трупа, два скелета лежало. Как-то один находил, теперь еще и второй. В общем, давайте лучше возвращаться домой. У нас и так сверх до хрена всяких ресурсов, компонентов. Мы можем себе вообще целую планету построить. Вот, как-нибудь слетая, потом допилю этот корабль. Все, выбираем. Блин, у нас еще на той стороне Луны, тогда вот так полетим. Летим домой. Надеюсь, мне водорода хватит. Но, в принципе, почему бы и не хватило бы. Сейчас мы просто разгонимся, выключим гасители, и у нас даже с земли хватит. Ну, вроде бы без происшествий я долетел. Но, друзья, я сначала думал, что-то у меня дымится. Может, что-то я зацепил, как всегда, как я это умею. Однако, смотрю вниз. Опачки, а у нас вот мостик. Как мы так интересно забрали, ну ничего, тоже лишним не будет. 1,5 километра до дома. Бей карго шаттл, блин, все это на расплавку я пущу. Сейчас прилетим домой. Надеюсь, все нормально будет. Так, нам не в этот кратер, нам вон, я вижу по антенне. Слушай, вот это, мне кажется, можно оставить вот эту вышку, где солнечные панели, и даже воткнуть туда маячок или антенну. То есть у нас будет такая вот своя вышка, так сказать, как радиовышка. Ну, в принципе, что я могу сказать. Мы, друзья, долетели. У нас куча ресурсов, куча компонентов сейчас в багаже. Ну, в принципе, все. Можно приступать к постройке базы. Слушайте, даже с такой гравитацией 25 более-менее еще управляется корабль. Так, нормально. Тихо, тихо. Туда вот сейчас аккуратненько. Не стал я залетать на какие станции, чтобы что-нибудь там продать, там поменять, выполнить задание. Нам нужно искать уран. Че ты, припарковался? А, у нас же там, я забыл. У нас там фигня. Так, у нас же сейчас будет водородик-то уходить. Поэтому мы что, шляпу выкинем. И лучше приземлимся. Нормально, как следует. Все, припарковались. Отлично, ну на холостых оборотах у нас, поди, водород не должен улетучиваться. Все, включаем свет, выходим. Не забываем одеть шлем, вот. А то там было слишком уютно в кораблике. Тепло, кислородиком.
Ну что, друзья, могу сказать следующее. На этом мы закончим серию. В следующей серии мы начнем наконец-таки строить базу. Ресурсов у нас, в принципе, вполне хватает. Так что на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.